Итак, друзья, всем привет! Сегодня видео маленькое будет по типу болталка. Я сейчас немножко наперед забегу, расскажу, какой у меня впереди будет проект, чем я сейчас буду заниматься. И маленький эксклюзивчик для кожевников. Ну, то есть, ни для кого не секрет, что я занимаюсь изготовлением своего инструмента. Такой у меня сейчас набор эксклюзивный. Ну, вряд ли он такой еще повторится. Ну, вообще не в моем стиле повторяться. Повторяется в смысле в чем, да, эксклюзив, вернее, в том, что материал красивый. Итак, значит, по последующему проекту. Сталин 398. Видите, какая огромная железка. Здесь 30 сантиметров. А клиночек будет большой. 16 сантиметров в длину. Такая массивная железка. И рукоять будет максимально большая. Ну, в смысле, не рукоять, хвостовик. Максимально как бы большой. Бастерочек у нас будет. Вот, кстати говоря, был в Москве на выставке. Столько производителей, включая Пашу Чекуленко. Ножевой двор, ножевой цех. Из Питера, ребята. Нету хорошего макоме. Нет. Есть макоме, но я боюсь, вы не увидите. Я чуть позже покажу, как всегда, в хорошем качестве. Другой камеры телефона. Вот. Макумешечка раньше у Павла была. Блин, вот мелкая, красивая. Но она, наверное, как бы, ну, соответственно, дольше делается, больше там, не знаю, там сковывается, циклов, да. Но внутри она очень красивый рисунок имеет. Сейчас в основном все почему-то крупное. Типа потому что, я не знаю, и так покупаю, а что заморачиваться, да? Вот, и такой будет зубик. Светлых тонов. Вообще, как бы весь нож будет в светлых тонах. Не буду, как бы, говорить задумку, из чего это все складывается, что нож будет светлым. Потому что обычно я люблю как? То есть у нас, если... зуб светлый, значит рукоятка темная. Или наоборот, как бы если зуб каких-то темных тонов, рукоятка посветлее, что-то такое делается. Но сейчас будет все светленькое. И вот такой клык массивный, здоровый. Из него будет делаться рукоятка, соответственно, получается, видите, да, светленький зуб, светленькая рукоятка, ржовый клык. Вот. Почему такой большой? Мне на самом деле нравится внутренняя часть пульпа, да, она такая, как перламутр. И в этом ноже я хочу, чтобы она вылезла наружу, то есть при обработке ножа, рукояти, чтобы она вскрылась. Будет смотреться очень, я думаю, интересно. Плюс этот цвет как раз будет... гармонировать с той идеей, которая задумана. И сейчас закончил делать набор инструмента. Теперь у меня инструмент состоит из 9 инструментов и киридаши. Соответственно, я делаю материал. Это лунный эбен. Я его купил на выставке в Москве. Вот такой, как бы, удобный. Здесь маленькая такая подпальцевая выемка. На самом деле у меня такой же. Просто очень старый. То есть они такие, как бы, одинаковые. Мне очень нравится эта формочка. Как бы, и работать очень удобно. Он небольшой, в руке хорошо лежит. И смотрится обалденно. Обязательно в чехольчике. Чтобы не повредить режущую часть. Но рукоятка, конечно, красивая, но кардины получились. Это просто реально эксклюзив. Они все такие переливаются. Ну,
Я вам, наверное, все показывать не буду здесь, потому что камера все равно не передаст. В конце я обязательно их засниму. Это шарики для моделирования. Засниму и покажу вам. И, ну, благодаря, даже не благодаря, просто сложившейся как бы до обстановки, по ходу дела все-таки YouTube прикроют. Вот. У меня в YouTube безумное количество полезной информации. И по краскам, и по химии, и по коже, и есть мастер-классы по изготовлению ножен. И вообще, как бы, когда ко мне зачастую обращаются ребята, ножевики или просто люди, которые занимаются кожей, в той или иной степени начинают заниматься чем-то новым, да, они меня спрашивают, на каждого не отвечаешься. Я сразу ссылаюсь на канал, знаю, что у меня там, допустим, по такому-то вопросу есть видео. Они смотрят, благодарят, говорят спасибо, очень круто. Вот. Скорее всего, YouTube закроют. Яндекс.Дзен оформил и Рутюб. Долго там все как-то что-то у меня не понималось. Все там какое-то, на мой взгляд, какое-то допотопное и сложное. Вот. И тем не менее, на Рутюб я перенес буквально два видео каких-то там не перенеслось. И последнее видео не перенеслось, просто еще времени не было. То есть вся информация у меня теперь будет еще дублироваться на Рутюб. Рутюб и Яндекс.Дзен. Ребят, подпишитесь, кому как бы не трудно. Кто хочет дальше смотреть все мои работы. Вот, вот этот работу я тоже буду уже выкладывать на Рутюб. Все ссылки будут под видео на Рутюб и на Ютюб. Вот. Посмотрите, не поленитесь, а перейдите, подпишитесь. Желательно подписка, чтобы я видел все-таки, сколько у меня подписчиков, а не просто халявщиков, которые смотрят мой канал в виде просто как бы там цифры просмотров. Так что, ребят, как-то так. Давайте. Всем удачи. Всем пока.